Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... Жена – это преграда на пути к твоему внутреннему спокойствию и счастью. Она тебя подавляет. Ты должен сходить к отцу Сергию. Ты, отрок, окстись. Срочно окстись. Разводись. Я говорю тебе это прямо, потому что для тебя это единственный способ выжить. И что теперь делать? Ребеночка родить надо. Эти священники только иное что. Страдай, рожай, страдай, рожай. Ну еще терпи. Отец Сергий, я беременна. Вот. Мы найдем способы преодолеть, превозмочь и победить. Не убиваю, не краду, не лжесвидетельствую, не поминая имя Господа нашего в суе. Не похвалите меня? Сиди в жопу, Шаламов. Леночка, я сейчас, понятное дело, направляюсь в жопу, а ты, пожалуйста, сходи к отцу Сергию. Вы Христа не трогайте. Знаете, сколько я шуток слышу здесь каждый день? Ваша, скажу прямо, одна из самых гнусных. Честное православное слово. Пригласили озвучивать мультфильм. Поздравляю. Это успех. Это как минимум признание. Все. Все. Это конец. Подожди. Это только начало. Ты же хочешь стать счастливее?